Привет, друзья! Конечно, мне приятно вам сказать, что у нас на сайте Хасай.ру, который ведет наш Федор Макаров, с которым мы писали книгу «Национальная идея России. Генератор будущего», которую вы можете посмотреть. Но действительно, на самом деле я хочу еще вам показать эту картину. Она прекрасна. Она играет на гитаре, она поет. Это луна и девушка с гитарой. Ну и как вам нравится? Я еще должен там чашечки лучше сделать. Еще доделаю. До встречи.